обнаружить заболевание сердечно-сосудистой системы у пациента, подтвердить или опровергнуть предполагаемый диагноз. День здорового сердца прошел в обособленном подразделении имени Гольца Щелковской больницы во Фрязино. Прием вели 3 профильных специалиста. Болезни всегда легче предотвратить. Профилактическая медицина – это всегда более удобный вид общения пациента с врачом, потому что, ну, во-первых, это достаточно просто прийти, когда ты еще здоров, потому что и обследований нужно будет сделать меньше. И выявленные заболевания на ранних стадиях, они всегда быстрее лечатся, что-то можно вылечить окончательно. Пациенты прошли электрокардиографию и были осмотрены кардиологом. Некоторым из них назначили сдать кровь на гликированный гемоглобин, сахар, гормоны щитовидной железы и липидный профиль. По результатам обследований даны рекомендации. Исключен был инфаркт. Пациент получил рекомендации по тем изменениям, которые у него есть, но страшные патологии были исключены. И все это было вот выявлено именно сегодня на нашем Дне здорового сердца. Я очень рад, благодарю очень наших врачей, что они такие добрые, отзывчивые. Жители говорят, что довольны приемом и его результатами. Пришла проверить свое сердце, работу сердца, потому что были проблемы летом. Вот, очень довольна приемом. Мы ходим, занимаемся скандинавской ходьбой, и нам в общую группу написали, что есть такая возможность прийти проверить сердечко, сдать анализы. Мы очень довольны. Дни открытых дверей в Щелковской больнице продолжатся. Информацию о предстоящих приемах вы можете найти на сайте или в социальных сетях учреждения. Евгения Корытько, Щелковское телевидение.